Доброго времени суток, дамы и господа. У компании Blizzard много разных проектов, и Warcraft Rumble — один из них. В нашу любимую MMORPG под названием World of Warcraft ввели новый интересный контент, который на самом деле проходится просто-напросто за полчаса. Наша задача — собрать итемы, пролететь по координатам и сдать их в правильном порядке для получения игрушек, для получения усиленных их версий и для получения, конечно же, достижений. Начало всего этого мини-ивента стартует с почтового ящика. Нам нужно забрать письмо, открыть контейнер, там будет квест-итем, и сдать квест-итем в назначенное место. После этого мы должны найти первую обертку, она лежит на кровати. Сдав обертку, мы спускаемся вниз на первый этаж, и рядом с учительницей кулинарии находится монетка. Монетку тоже забираем. Далее я создал макрос с абсолютно всеми координатами для Dragonflight. Само собой, он будет в описании к этому видосику. Летаю абсолютно по всем точкам, где-то забираю один предмет, где-то забираю два предмета.
После сбора последних предметов с зон Драгонфлайта телепортировался в Штормград и создал макрос на классические локации. Нам нужно посетить Штормград и Аргримар. Можем сделать это за разных персонажей, я же решил сделать абсолютно все на Рыцаре Смерти. Собрав абсолютно все монетки и обертки, мы поднимаемся на второй этаж в таверну Вальдракине и после этого вымениваем абсолютно все монетки на шкатулке. В тот момент, когда шкатулки попадают нам в сумку, мы можем их использовать. Использование происходит путем нажатия правой кнопки мыши. И после этого мы ставим шкатулку на землю, появляется статуэтка. Но, если этого не происходит, мы закрываем игру и полностью удаляем папку кэш. Не боимся, резервная копия останется у нас в корзине, но мне она даже и не пригодилась, поэтому вычищаем корзину полностью, радуемся новой папке кэш, радуемся поставленным статуэткам на землю, получаем первое достижение. А теперь с целью того, чтобы улучшить абсолютно все 7 статуэток, мы должны тратить наши обертки, которые у нас накопились. 7 статуэток, 14 оберток. Каждую статуэтку нужно улучшить дважды, но нам нужно заранее выключить абсолютно все аддоны, которые делают автоквестинг, потому что можете ошибиться, как и я, и случайно просто-напросто влить 3 улучшения в одну статуэтку. Следите за названиями, внимательно чекайте свое достижение, выведите его себе на слежение. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!